На работу на велосипеде. Завтра, 19 мая, состоится ежегодная всероссийская акция Министерства транспорта России. Принять в ней участие и обменять утренние пробки на удовольствие, знакомое каждому с детства, может любой желающий. Показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может стать эффективной и разумной транспортной альтернативой – такова цель акции. Кстати, весьма ответственно к ее проведению подошли в Янтиковском районе. Там разработали положение о проведении акции. Руководителям организации и предприятий рекомендовано организовать стоянку велосипедов и обеспечить их сохранность в течение дня. И даже вручить призы тем, кто приедет на работу на двухколесном транспорте. Стать участником акции на работу на велосипеде можно, зарегистрировавшись на сайте мероприятия. russia.by. biketowork.ru